Всем привет! Нахожусь я в городе Таганрог на экскурсии. Была обзорная экскурсия по городу Таганрога. Замечательным экскурсоводом, мужчиной. Вот, знаете, вот сейчас у нас свободное время. Вот, знаете, этот экскурсовод, ну, чувствуется, что любит свое дело. Вот, с таким вот он энтузиазмом рассказывал, легко, комфортно. Подъезжали к моему домику, где родился Антон Чехов. Вот. У нас должна была быть еще прогулка морская. Ну вот ее, видимо, отменили. Хотя можно заметить, дождика сейчас нет. Вот. Ну вот, я так поняла, что ее не будет. Дали нам свободное время сейчас. А вот потом у нас будет театрализованное представление в 5 часов. А вот, ну то есть я повторюсь, да, то есть мужчина экскурсовод у нас был очень замечательный. Правда, он даже, по-моему, и не представился, как его зовут. Вот, вышла я вот на такую набережную города Таганрога. Вот. Ну, вид, конечно, обалденный. Вот, можете заценить. Мы, кстати, были на этих вот там, вот возле грузового, я не знаю, порта или вот, ну, что-то вот типа того. Вот. На экскурсии тоже нас вот возили. Ну, так город маленький, уютненький. Мне кажется, ничего лишнего, личного. Вот. Так что вот такой, конечно, вид на Азовскую, я так поняла, бухту. Конечно, холодно, можно увидеть, как я одета, очень сильно сегодня холодно. Вот, а тем более возле воды еще холоднее. Так что, да и все сегодня приоделись, и даже в Ростове-на-Дону все приоделись. Вот, а до этого было очень жарко, очень душно. Не знаю, хочу спуститься на пляжик, если это можно назвать, конечно, местным пляжем. Местный пляжик в кавычках, или можно сказать без кавычек. Вот такой местный пляжик, а-ля пляжик. Вот, так что вот взяла с собой купальник, думала окунуться, но сами видите, очень холодно. Вот, я говорю, все приоделись, все уделись. Ну, я, может, и приоделась. Вот. Так что как-то так, вот такой вложик из города Таганрога Ростовской области. Все, всем счастливо, всем пока.